Теперь ожидание автобуса не будет таким мучительно долгим. Скрасить время поможет умная остановка, которая появилась возле парка Зернова. Место для первого высокотехнологичного остановочного павильона выбрали не случайно. Сейчас это одна из самых оживленных точек города. В остановку встроено два монитора. На одном горожане могут отследить, сколько осталось времени до приезда автобуса. Другое дополнительное информационное табло. Там будет вводиться актуальная информация для жителей города. За моей спиной находится подсвечиваемая витрина. В ней будет размещаться афиша или социальная реклама. Соответственно, еще остановка оснащена тревожной кнопкой с видеокамерой, с помощью которой можно будет связаться с экстренными службами, зарядничками для телефонов вот под такими вот герметичными крышечками. Главное, кстати, не забывать телефоны, потому что при мне один молодой человек уже забыл телефон, сел в автобус. Во время ожидания автобуса можно будет посидеть в интернете, подключившись к местному Wi-Fi. Полностью свой функционал остановка раскроет в течение ближайшего месяца. Высокотехнологичный остановочный павильон – часть большого проекта по благоустройству города. Этот проект подразумевает расширение платформы «Умный Саров», которую знают многие жители. Она насчитывает сейчас порядка 50 слоев, там как специализированных, которыми пользуются службы города, так и открытых для горожан. Ну и также в рамках этого проекта будет установлено достаточно много видеокамер в школах, детских садах и на уличных объектах. Чтобы уберечь островок современных технологий от рук вандалов, на остановке установили камеры видеонаблюдения. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.